Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Blackview BL6000 Pro. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве получить доступ к настройкам разработчика. Для этого мы открываем настройки. Далее проходим в самый низ. Выбираем систему. О телефоне. И здесь мы ищем номер сборки. Он у нас здесь находится. И нажимаем на него несколько раз. Далее мы вводим наш пароль блокировки экрана, и нам пишут, что мы стали разработчиком. Теперь, чтобы добраться до настроек разработчика, нам нужно войти в системные настройки. Здесь у нас будет раздел для разработчиков. Нажимаем и можем уже посмотреть, что здесь есть. Если вы захотите отключить данный раздел, то вы можете просто убрать галочку отсюда. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.